Добрый день, участники фестиваля Golden Times. Я Марина Унил Спенсер, член вашего жюри. Рада приветствовать вас и хочу немножко рассказать про ваши результаты. Я буду говорить про тех, участников, кто мне понравился больше. Потому что участников было очень много, все очень талантливые, очень способные. Но те, кто больше всего запомнился мне, вот на эту тему я пообщаюсь. И пойдем, переходим к танцам, моя любимая категория. Значит, Ольга Алексеева, балет, классический балет. Она станцевала «Черного лебедя». Очень хорошая техника. Я поставила 10, молодец. Но теперь пробегусь по ошибкам. То, что хотелось бы исправить, поскольку вы приходите к нам учиться правильно слушать нас и исправляться. Во-первых, на ранверсе держите колено выше, на аттитюде, поднимайте колено наверх, вот мышцы, да, оно у вас опущено вниз. Дальше, значит, не забывайте про руки, руки должны быть длинные, туда прям лопатки прям должны смыкаться. У вас очень хорошая техника ног, но руки, немножко забываете, шея должна быть совсем лебединая, вот туда подбородком прям вытянутая. Не забывайте нашу великую Майю Михайловну Плисецкую. Как она потрясающе танцевала, да? Значит, дальше форме в третьей части. Хотелось бы видеть ноги более открытые, то есть прям линия шпагата должна быть четкая. У вас такой сессоновое форме получается. Все равно я поставила 10, молодец, большая умничка. Антон Коваленко, бальные танцы парные, потрясающий партнер. Вот, очень чуткий, внимательный, видно. Ну и как танцовщик хороший, соответственно. То есть он и без пары, и с парой очень хорошо выглядит на паркете. Дальше. Инна Торгасова, три номера она станцевала. Последний номер мне понравился больше всего. За последний номер. Дальше отметила я также Тиона Школьник. Потрясающая девочка, малышка, маленькая она. Я поставила 10. Техника, музыкальность, все, номер хороший очень. Поставлены ножки, отработаны, все акценты расставила. Чуткая, хорошая девочка из Израиля. Исполнитель. Возвращаемся к Ольге Алексеевой. Второй номер у нее был не классика. Он мне нравится даже больше, чем «Черный лебедь». Большая молодец. Поздравляю вас. Я поставила 10. Тут у меня вообще никаких претензий нет. Соответственно, техника, все, и исполнение, и музыкальность. Очень хорошо. Айгуль Хусейнова 9. Сабрина Мурзамхметовна 9. И коллектив «Анжи Го». Они заявлены как дилетанты. На самом деле, я бы сказала, что они даже профессионалы. Молодцы. Очень хорошо выступили. Я поставила 10 с плюсом. Такое у них было испанское полуфламенко, немножко такое, как бы, эстрадное, скажем так, не совсем фольклорное. Мне понравился номер, понравился коллектив, девочки отработали вместе, молодцы. Поздравляю всех участников с окончанием фестиваля. Ждем вас снова, с новыми работами, легких вам ног, хороших вам распевок, потрясающей погоды.